Приехавшая в ранге середняка по результатам этого сезона вологодская команда оказалась крепким орешком для «Сатурна», уже долго идущего в лидерах. И себе, и зрителям в первом тайме оба клуба предложили вязкую тактическую игру, которую неискушенные болельщики вполне бы могли назвать скучной. Однако вырвать 3 очка у такого грамотно действующего соперника очень непросто. Пришлось проявить характер, уже отыгрываясь по ходу встречи. Гости вышли вперед, логично завершив одну из острых комбинаций, выглядевших поначалу гораздо опасней, чем все попытки хозяев подобраться к чужим воротам. Уступая в счете и преодолевая редуты обороняющегося соперника, «Сатурн» не опустил руки, наоборот, встрепенулся, последовали осмысленные атаки и, главное, появились голевые моменты. На руку сыграло и удаление игрока «Динамо» в концовке поединка, и буквально через несколько минут долгожданный трибунами гол. После резкой подачи Кузяева с фланга Мальков удачно подставляет голову и мяч в сетке. Ближе к финальному свистку инопланетяне могли неоднократно сотворить еще один гол, но в итоге разошлись миром. Хотя игра вышла довольно напряженной и жесткой, а «Сатурн» так и остался на 4-м месте в первенстве. Александр Косовреев, Сергей Ситников и Андрей Минкин для программы «Городские вести».